Всем привет, дорогие! Сегодня у нас прямой эфир с разбором экспресс «Девочка Мария», которая выиграла у нас в розыгрыше. Сегодня 20-минутный разбор по запросу. Машенька, привет, дорогая! Как меня слышно? Здравствуйте. Слышно? Меня хорошо слышно? Тебя шикарно слышно. Меня вот тебя хорошо слышно. Все, мы можем на «ты», да? Да, можно на «ты». Хорошо, я тебя слушаю, милая. Какой у тебя запрос? У меня запрос. Я все время болею. Я только выздоравливаю. Выздоравливаю только одно, проходит. Тут же вылезает что-то другое. Болеешь что? Это простуда? Что болеешь? Вот сейчас у меня спазм лица. Мы вышли с ребенком недавно из больницы, он лежал. И у меня на нервной почве случился спазм лица. То есть у меня половина лица сейчас просто... Понятно. Я была у остеопата, то есть мы с ним поработали, он сделал, что смог, сказал, нужно подождать. Прошло 2 дня, день прошел, и у меня вирус. То есть, ну, вот сегодня у меня вирус. Вот, до этого у меня тоже что-то было. В общем, это просто что-то, что переходит одно в другое. Я уже хочу разобраться, то есть болею либо я, либо ребенок. То есть не болеет ребенок, я болею. Я не болею, ребенок болеет. Ребенок болеет. А у тебя мальчик, девочка? Сейчас я помню. Мальчик? А да. Ты с мужем как? Где он? У меня нет мужа. Так, где муж? И когда вот это все у тебя началось? У меня началось, получается, где-то 1,5 года назад. У меня началось со спины. У меня были очень большие проблемы со спиной, я практически... А ты с мужем когда разошлась? Получается, 4 года назад. Он ушел, когда ребенку было 4 месяца. Был не муж, был молодой человек. Ну, неважно. Ушел, когда было 4 месяца. И все, да? Не контактируете? Ну, он один раз приезжал, сказал, что я ему испортила жизнь. И уехал. И все. Ну да, вот иммунитет – это всегда стресс. Стресс. Длительный стресс, депрессия. Ладно, я думала, они мне что-то тут подскажут. Нет. Стресс, депрессия. Понятно, это мы и без них знаем. Ладно. 2, 3, 4, 5, 6... Давай 7 лет назад вспомним с тобой. Это 2017 год. Что там у тебя за история? Мужчина, да. Работа. Давай, расскажи и то я потестирую. Мужчина был Олег. Работа, в принципе, та, на которой я работала 5 лет. Ну, там достаточно, мне кажется, спокойно все было. И, ну, было хобби еще. Хобби какое? Хобби мыло, косметика натуральная. Я сама делаю. Что с Олегом? Да. С Олегом что? С Олегом у меня был даже не роман, а эпизод. Вот. Не роман, потом я узнала, что он женат, что он женился. Ты говоришь, с Олегом был не роман, а что? Эпизод. Эпизод. Ну, да. Я узнала, что он женат, и, ну, увидела его жену, и все. И что? На этом я закончилась. Ну, и мы перестали с ним общаться. А сколько вы с ним общались? Мы общались с ним очень долго, но просто общались. А тут, как бы, у нас все случилось, потом я увидела, что у него есть жена, и мы перестали общаться. Хорошо. Скажи, расплетаюсь с Олегом? Расплетаюсь с Олегом. Как с лучшим моим мужем? Как с лучшим моим мужем? В непроявленном. В непроявленном. Забираю свои части? Забираю свои части. Из семьи Олега с его женой? Из семьи Олега с его женой. Расплетаю своего сына и Олега детей? Расплетаю своего сына и детей Олега. Вывожу... Как сына твоего зовут? Артём. Вывожу из Артёма. Вывожу из Артёма. Части Олега детей. Части Олега детей. Различаю, разделяю свое тело и тело Олега жены. Различаю, разделяю свое тело и тело Олега жены.
Так. Расплетаю тени с Олегом. Расплетаю тени с Олегом. Снимаю с себя эмоциональное воздействие там и тогда. Снимаю с себя эмоциональное воздействие там и тогда. Выхожу из непроявленного. Выхожу из непроявленного. Расторгаю с Олегом. Расторгаю с Олегом. Кармический договор. Кармический договор. На уровне душ. На уровне душ. Спасибо за урок. Спасибо за урок. И опыт души. И опыт души. Спасибо за урок в виде эпизода. Спасибо за урок в виде эпизода. Развожусь с Олегом в поле. Развожусь с Олегом в поле. Развожусь непроявленным. Развожусь непроявленным. Снимаю себя там и тогда. Снимаю себя там и тогда. Программу самоотречения. Программу самоотречения. Как ты себя чувствуешь? Ну, изменилось что-то вот в груди. Такой пух произошел. Угу. Скажи, возвращаю Олегу. Возвращаю Олегу. Кармический долг. Кармический долг. В непроявленном. В непроявленном. Возвращаю здесь сейчас. Возвращаю здесь сейчас. Угу. Рожаю от Олега сына в непроявленном. Рожаю от Олега сына в непроявленном. Выхожу из непроявленного. Выхожу из непроявленного. Угу. Расторгаю наш свадебный договор. Расторгаю наш свадебный договор. Забираю себя из ситуации с Олегом. Забираю себя из ситуации с Олегом. Забираю свой иммунитет оттуда. Забираю свой иммунитет оттуда. Признаю этот опыт души правильным. Признаю этот опыт души правильно. Даю этому место, время. Даю этому место, время. Силу и энергию. И энергию. Силу и энергию. Силу и энергию. Соглашаюсь. Соглашаюсь. Угу. Потряхивать немножко. Ага, а ты можешь сказать, как зовут папу Артема? Стас. Расплетаю Олега и Стаса. Расплетаю Олега и Стаса. Угу. Я думала, Стас станет как Олег. Я думала, Стас станет как Олег. Страстным и любящим. Страстным и любящим. Спасибо Стасу за урок. Спасибо Стасу за урок. Развожусь со Стасом в поле. Развожусь со Стасом в поле. Сынок, я тебе не мапа. Сынок, я тебе... Не мапа. Не мапа. Я твоя мама. Я твоя мама. У тебя есть папа. У тебя есть папа. Это Стас. Это Стас. Я просто перепутала. Я просто перепутала. Отзываю со Стаса свои обиды на Олега. Отзываю со Стаса свои обиды на Олега. Отзываю со Стаса свои претензии. Отзываю со Стаса свои претензии. Спасибо, что так красиво сыграл свою роль для меня. Спасибо, что так красиво сыграл свою роль для меня. Вижу тебя. Вижу тебя. Спасибо, что выбрал меня. Спасибо, что выбрал меня. Мамой для нашего сына. Мама для нашего сына. Даю тебе место в нашей семейной системе. Даю тебе место в нашей семейной системе. И как бы ни было. И как бы ни было. Мы навсегда с тобой вместе. Мы навсегда с тобой вместе. Мы родные люди. Мы родные люди. И всегда родители для нашего сына. И всегда родители для нашего сына. Где бы ты ни был и где бы я ни была. Где бы ты ни был, где бы я ни была. Угу. Соглашаюсь. Соглашаюсь. Прости, сынок. Прости, сынок. Я просто перепутала. Я просто перепутала. Отрекаясь от твоего отца. Отрекаясь от твоего отца. Я там и тогда отреклась от себя. Я там и тогда отреклась от себя. А полтора года назад. А полтора года назад. Я решила, что вывезу из-за себя, из-за твоего папу. Я решила, что я вывезу из-за себя, из-за твоего папу. Но мои хрупкие плечи не справились. Но мои хрупкие плечи не справились. Снимаю себя. Снимаю себя. Сверхдолговые обязательства. Сверхдолговые обязательства. Которые я взвалила. Которые я взвалила. Не по праву. Не по праву. Возвращаю Стасу его отцовские обязательства.
Возвращаю Стасу его отцовские обязательства. Я никогда не смогу стать для тебя, сынок, Я никогда не смогу стать для тебя, сынок. лучшим папой, чем Стас. Лучшим папой, чем Стас. Только по одной причине. Только по одной причине. Я мама. Я мама. Я женщина. Я женщина. У тебя есть отец. У тебя есть отец. Это Стас. Это Стас. Я тебе не отец. Я тебе не отец. И Олег не твой отец. Я Олег не твой отец. Твой папа Стас. Твой папа Стас. Даю ему место за твоим правым плечом. Даю ему место за твоим правым плечом. Угу. Выстраиваю правильную иерархию. Выстраиваю правильную иерархию. Удаляю эту путаницу. Удаляю эту путаницу. Исцеляю в поле. Исцеляю в поле. Светом любви Творца. Светом любви Творца. Светом любви Творца. Исцеляю в поле светом любви Творца. Твое место. Светом любви Творца. Твое место. Твое место. В нашей иерархии. В нашей иерархии. Ты только сын. Ты только сын. Я мама, а Стас папа. Я мама, а Стас папа. Целю твоего внутреннего ребеночка. Целю твоего внутреннего ребеночка. Ну и скажи, целю своего внутреннего ребеночка. Целю своего внутреннего ребеночка. Я просто забыла, каково это. Я просто забыла, каково это. Быть любящей себя девочкой. Быть любящей себя девочкой. Быть мужиком в теле женщины. Быть мужиком в теле женщины. Невыносимо тяжело. Невыносимо тяжело. Вот где я отрекалась. Вот где я отрекалась. Снимаю программу самоотречения. Снимаю программу самоотречения. Снимаю самоотвержение от себя, как от женщины. Снимаю самоотвержение себя, как от женщины. Пробуждаю все свои женские чакры. Пробуждаю все свои женские чакры. Разрешаю себе быть чувствующей. Разрешаю себе быть чувствующей. Различаю, разделяю. Различаю, разделяю. Сниженный иммунитет. Сниженный иммунитет. И программу самоотвержения. И программу самоотвержения. Просто я перепутала. Просто я перепутала. Удаляю путаницу из поля. Удаляю путаницу из поля. Удаляю путаницу из тела. Удаляю путаницу из тела. Угу. Ты как там? Хорошо. Молодец. Различаю, разделяю свою спину и мужскую. Различаю, разделяю свою спину и мужскую. Твои плечи. Свои плечи. И мужские. И мужские. Свою ношу. Свою ношу. И тяжесть ноши мужской. И тяжесть ноши мужской. Я только женщина. Я только женщина. Я для любви и удовольствия. Я для любви и удовольствия. Угу. Удаляю метапрограмму. Удаляю метапрограмму. Мне выгодно все время болеть. Мне выгодно все время болеть. Давай 5 раз. Снимаю с себя вторичную выгоду болеть. 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 Угу. Создаю пространство для образов. Создаю пространство для образов. Загружаю образ. Загружаю образ. Абсолютного тотального здоровья. Абсолютного тотального здоровья. Тело, души и разума. Тело, души и разума. Угу. Запускаю синхрон. Запускаю синхрон. Триединство тела, души и разума. Триединство тела, души и разума. Внутри меня. Внутри меня. Объявляю себя в настроении. Объявляю себя в настроении. Когда нас трое. Когда нас трое. Тело, душа и разум. Тело, душа и разум. В триединстве. В триединстве. Я в настрое. Я в настрое. А когда нас не трое. Когда нас не трое. Я расстроена. Я расстроена. Угу. Настраиваюсь. Настраиваюсь. Даю этому место, время. Даю этому место и время. Угу. Вижу себя. Вижу себя. Вижу себя женщиной. Вижу себя женщиной. Формирую пространство для образов. Формирую пространство для образов. Загружаю образ девочки. Загружаю образ девочки. Девушки. Девушки. Женщины. Женщины. Матери.
матери. Жены. Жены. Бабушки. Бабушки. Давай еще образ. Любовница, не хочу слова. Давай заменим образ. Женщины в наслаждении. Женщины в наслаждении. Ну так, да, пойдет. Прогружаю все эти образы. Прогружаю все эти образы. Каждую ночь, пока я сплю. Каждую ночь, пока я сплю. По необходимости и достаточности. По необходимости и достаточности. В нужное время, в нужные часы. В нужное время, в нужные часы. Тело само будет знать. Тело само будет знать. Я соглашаюсь. Я соглашаюсь. Угу. Ты как там? Хорошо. Угу. Легче стало. Да, согласна. Дышать стало легче. Еще скажи, снимаю с Артема. Снимаю с Артема. Мои ожидания. Мои ожидания. Навешенные на Стаса. Навешенные на Стаса. Вынимаю из Артема. Вынимаю из Артема. Все истории, связанные со Стасом. Все истории, связанные со Стасом. Вынимаю из Артема проекции Стаса. Вынимаю из Артема проекции Стаса. Растождествляю Артема и Стаса. Растождествляю Артема и Стаса. Вижу разницу между Артемом и Стасом. Вижу разницу между Артемом и Стасом. Ты только мой сын. Ты только мой сын. А ты только папа для моего сына. А ты только папа для моего сына. Больше не перепутаю. Больше не перепутаю. Спасибо, сынок. Спасибо, сынок. Что так тяжело носил для меня. Что так тяжело носил для меня. Снимаю с тебя эту программу. Снимаю с тебя эту программу. Удаляю контрсистему. Удаляю контрсистему. Я и мать, я и отец. Я и мать, я и отец. Угу. Удаляю метапрограмму. Удаляю метапрограмму. Блокирующую очаги головного мозга. Блокирующую очаги головного мозга. За состояние «я женщина». Для состояния «я женщина». Угу. Что у тебя там происходит? Ну, у меня в голове, я чувствую, что прям вертится. Прям движение какое-то происходит. Скажи, мне больше не надо болеть. Мне больше не надо болеть. Чтобы возвращаться в жизнь. Чтобы возвращаться в жизнь. К своей внутренней женщине. К своей внутренней женщине. Я женщина. Я женщина. Я мать. Я мать. Я любящая и любимая. Я любящая и любимая. И я освобождаю место. Я освобождаю место. Для моего мужчины рядом со мной. Для моего мужчины рядом со мной. Же дорогая душа. Дорогая душа. Моего будущего мужчины. Моего будущего мужчины. Где бы ты ни был. Где бы ты ни был. Я жду тебя. Я жду тебя. И я тебя вижу. Я тебя вижу. По замыслу. По замыслу. По образу и подобию. По образу и подобию. По высшему провидению. По высшему провидению. По задумке Творца. По задумке Творца. И по моему определению. И по моему определению. И я приглашаю тебя. И я приглашаю тебя. В мою судьбу. В мою судьбу. В мою жизнь. В мою жизнь. В мой мир. В мой мир. Для счастья. Для счастья. И удовольствия. И удовольствия. И я знаю, что ты задуман Богом. Я знаю, что ты задуман Богом. И ты с качествами, подобными Богу. И ты с качествами, подобными Богу. И тот мужчина. Ты тот мужчина. Которого я так долго ждала. Которого я так долго ждала. Освобождаю место в сердце. Освобождаю место в сердце. Для нашей любви. Для нашей любви. Вижу тебя. Вижу тебя. Даю тебе место рядом с собой. Даю тебе место рядом с собой. По мою правую руку. По мою правую руку. Соглашаюсь с твоим присутствием в моей жизни. Соглашаюсь с твоим присутствием в моей жизни. Соглашаюсь с божественным присутствием. Соглашаюсь с божественным присутствием. В наших отношениях. В наших отношениях. Даю этому место и время. Даю этому место и время. Даю энергию и силу. Даю энергию и силу. Открываю допуски. Открываю допуски. Запечатываю результат этой работы. Не понимаю.
запечатываю результаты этой работы, Запечатываю результаты этой работы. разрешаю терапии, Разрешаю терапии. Благостно на меня подействовать. Благостно на меня подействовать. Пусть это или нечто большее, лучшее. Пусть это или нечто большее, лучшее. Гармонично войдет в мою жизнь. Гармонично войдет в мою жизнь. И порадует меня. И порадует меня. Это уже свершилось. Это уже свершилось. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Разрешаю действовать. Разрешаю действовать. Как-то так, дорогая. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Во благо тебе. Больше даже работа для сыночка твоего пошла, чем для тебя. Я рада. Да, вроде вторичные выгоды убрали, все такое, что было напускное, убрали. Просто чувствуй, наблюдай. Я думаю, что у тебя хорошие изменения пойдут. Спасибо большое. Тебе благодарю. Спасибо за доверие. Обнимаю тебя душой. Спасибо. Все, спасибо. С Богом, дорогая. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Да. Я вас обнимаю, дорогие. У нас 2-3 ноября будет обучение чтению поля. Присоединяйтесь, приходите, буду вам рада. И 29 октября у нас родовые ресурсные расстановки в Москве. До новых встреч. Запись чуть позже выложу.